Да, салфеточки. Вопросы зададут, да? Да, у нас еще несколько вопросов есть для нашим курсантам. Значит, девушки, вы прекрасны, спору нет, и красиво, вкусно вы готовите. Судя по добрым образом нашего жюри, вы это заходили. Сейчас проверим, да, душевную красоту наших девушек. И у нас есть несколько вопросов к девушкам. Ну, во-первых, хотелось бы узнать, сами делали, как, что такое, из чего сделано. Я уж так, это свой вопрос. Да, люблю такие вещи. Пирожки, с чем, какое тесто. Пирожки очень вкусные, с капусточкой, с яйцом. А вторые пирожки я делаю с картошечкой. Вот, очень вкусно, мне кажется. Тесто какое? Тесто живое. А то мало ли вдруг там покупала, еще все сама не сама делала, не кровью подарку. Так, у тебя и так. Торт бисквитный. И у меня тоже с крем маскарпоне. И со сливками. Ну, если маскарпоне, значит, видимо, сама делала все. Да. Как делала? Сначала делала без... Крем, сахар. Окей. Значит, маскарпоне. Потому что мы это вам показали. Ванильный сахар. Всё. Ну, похоже. Я это вам должна показать. Видите, сразу сходу рассказала. Я думаю, что заслужит аплодисментов. Молодцы. Следующий у нас вопрос. Девушка. Вы замужем. Вы создали вашу семью. Красивые, мужи очень любите, осознанно сделали свой. Что для вас семья, девушка? Инара? Для меня семья – это взаимоуважение, взаимовыручка, любовь друг к другу. Это дом, родной, милый дом, в котором всегда тепло и в котором тебя ждут. Надя, что у нас дома? Для меня семья – это самое счастливое место на Земле. Потому что если человек счастлив в семье дома, то он счастлив везде. Вот. Так что семья – это, ну, это самое главное, что есть. Если человек обрел семью и счастлив в ней, то он очень, очень много достиг уже на самом деле для счастья. Спасибо. Девушка, конечно, дети, у Навального есть дети. Хотелось бы узнать, как вы будете прививать культуру. Расскажите нам. Язык, музыка, что-то еще. Во-первых, конечно, нужно, чтобы дети знали родной язык. Это обязательное условие. Вот. А во-вторых, конечно... И во-вторых, неплохо бы государственному языке знать музыку. Ваш любимый исполнитель? Наверное, Салават. Но мы уже прививаем нашу культуру, она ходит с нами на концерты. Вот. Мы стараемся общаться на татарском. Вот. Она знакома карта Биляр Блен, карта Байлар Блен, Бабайлар Амиляр Блен. Вот. И стараемся при ней использовать нашу родную татарскую речь, вот, чтобы она уже училась ей пока годик, но она уже понимает, что мы ей говорим на татарском. Вот. Так что будет слушать нас и ходить с нами на концерты. Потому что так сложилось, вот. Но вся семья татары, и все равно татарская речь на втором месте, но активно ее используют. А почему вы концерты были в последний раз? Если все татары? На фестивале, который прошел 17 марта, я там тоже выступала, и как раз очень согласна, 17 февраля, точнее, да, извините. Спасибо. Ну что ж, как вы? Готовы? Так, все вопросы, да, закончились? Да. Я теперь стану между такими красивыми женщинами и красивыми людьми. Вот, собственно, речь карте владение языком, именно нашим татарским языком. Что хочу сказать, очень они обрадовали, очень хорошо владеют. Я имею в виду
Мишель Слара Икселя, вроде бы, да? И то, вот из того, что вы занимаетесь профессиональным вокалом, естественно, при произношении все вокально. Но, хотя вы не только начали заниматься, но произношение все равно именно то, что вы городская девушка, чувствуется, но тем не менее то, что генами вам дано, и вы так преподносите, и очень хорошо, даже вот это слово мишарское произношение, там «че», все равно это очень красиво, и это чисто национально, это во-первых. Но по пению, я баллами, вот, например, вам в одном конкурсе, допустим, 5 с одним минусом у вас, а в другом конкурсе, наоборот, у вас 5 с плюсом, у вас допустим. Вот, поете вы очень хорошо, очень красиво. Вы у вас даже вот когда модуляция сделала чистенько, вот, чуть-чуть первой части немножко что-то было, чуть-чуть, неважно, да? Так, для профессионалов. Но потом, когда модуляция произошла, вы настолько чисто хорошо спели. Это... Но вы участвовали даже в международных конкурсах, я знаю, в Казани. Даже, поэтому я же вас помню хорошо, вы молодец. А то, что вы поете так по-народному, это как бы Зинет Шелпановой песни, это Айл Марс. Очень с удовольствием поете, очень красиво и чисто. Это уже хорошо видит. Теперь выпечка. Вы знаете, я сам очень люблю готовить, и все, которые у меня долго бывали, говорят, что очень хорошо готовлю. Сам, я думаю, сейчас я буду придираться, конечно. Но не пришлось, потому что с капустой очень, я редко ем, сам не готовлю с капустой, правда. Очень просто. Чем она смазали сверху? Желчком, правильно, поэтому такой красивый, конечно, да. А то, что у вас торт со сливками сбитыми, а не там масло с песком, это было в моем возрасте уже очень, не очень хорошо для моих сердечных дел. И вот то, что со сливками, это очень вкусно. Вы знаете, друзья мои, хотелось бы, конечно, кого-то выделить, нет, мне кажется, победила действительно дружка. Совершенно одинаковые баллы, даже совершенно 0,0 выше лишнего, мы не можем настроить там было. Так что победила дружка, и они проходят в финал. Я вас поздравляю. Вы же решили, поэтому я не прав. Болеть за Ильнару и за Альбину.